Эфир 24 KZ продолжает прайм-тайм. В ближайшие 50 минут о главных событиях уходящего дня. В студии Патагоз Аркулова. Здравствуйте. Казахстан и Сингапур договорились активизировать сотрудничество в сферах образования и развития человеческого капитала. Об этом стало известно на двусторонней встрече Касым-Жомарта Токаева с Тарманом Шахмунгарановым. В ходе беседы также стало известно, что приоритетом развития сотрудничества обеих стран станет энергетика и переработка лития, меди, никеля, кобальта. Кстати, это стратегическое сырье для Сингапура. Подробнее об этом и о том, как встречали президента Казахстана во дворце Истина, расскажет Динара Жанбатырова. Казахстан врывается в южноазиатский регион, словно глоток свежего воздуха. Еще бы температура по Цельсию переваливает за 30, а стопроцентная влажность так и требует холодных воздушных масс. Хотя, надо признать, ни тропический климат, ни маленькая территория и даже отсутствие ресурсов не помешали Сингапуру стать одной из самых развитых экономик мира. Довольно быстро и неожиданно город-государство побил мировые рекорды и по бизнес-среде, и уровню жизни, что самое удивительное, вот уже несколько лет продолжает находиться в топе самых престижных рейтингов. Однако это лишь следствие когда-то выбранного курса развития Сингапура. Тогда у первого руководства страны была цель обеспечить население хотя бы базовыми потребностями. С одной стороны, власти смягчили условия ведения бизнеса, с другой – ужесточили требования к безопасности практически во всех сферах. Например, за мусор, брошенный на дорогах, штраф $500. Немалые деньги придется выложить за курение в неположенном месте, порчу госимущества, вандализм и так далее. Зато теперь специально к приезду высоких гостей нет надобности намывать асфальт или красить бордюры. Они здесь идеальны всегда. У государственного визита свои особенности. Протокол отрабатывает все до мелочей. С какой стороны стоять, как президенты должны друг друга приветствовать, или вот с какого ракурса все это показать. К слову, гимн Казахстана на сингапурском дворе Истана не звучал довольно долго. 20 лет прошло. Хотя на отношения стран это не повлияло. Переговоры на правительственном уровне проходят по несколько раз в год. На сегодня товарооборот между странами достиг почти $2 миллиардов. Визит президента является важным продолжением прошлогодних встреч на уровне руководства стран, где были подписаны важное соглашение на сумму $280 миллионов. Потенциал наших стран требует дополнительных усилий в сфере экономики, привлечения инвестиций в казахстанскую экономику. Я думаю, соглашения между нашими странами будут основой для активизации взаимовыгодных экономических отношений в ближайшем будущем. А это, собственно, те, кто и займется деталями увеличения двустороннего товарооборота и развития отраслей. На министрах ответственность колоссальная. Где-то уступить, чтобы потом приумножить, или наоборот, твердо отстоять позиции. Причем не только страны, но и целого центральноазиатского региона. Потенциал Казахстана в его образованной и продвинутой молодежи, которая вырабатывает передовые идеи. Мы понимаем, что ваша страна лидирующая в Центральной Азии. А население всей Центральной Азии – это 80-90 миллионов человек. Это огромный рынок для нас. Перспективные сферы для сотрудничества Казахстана и Сингапура – это информационные технологии, инженерия, медицинская наука. Еще одна перспективная сфера – переработка критически важного сырья. Казахстан хочет не просто экспортировать литий, медь, никель или кобальт, а построить заводы по их глубокой переработке. Заинтересована казахстанская сторона и в развитии энергетического сектора. Впрочем, на сегодня вопрос стоит в подготовке общей юридической основы между странами. 5 подписанных межправительственных документов больше про намерения. Уже в ближайшее время новые проекты появятся в экономике, правоохранительной сфере, защите персональных данных. Также страны намерены чаще обмениваться студентами и учиться друг у друга новым методам научных исследований. Впрочем, эти границы можно расширить и за пределы Сингапура, на весь регион АСЕАН. Зампремьер-министра, координирующий министр по экономической политике Сингапура, на встрече с президентом Казахстана пообещал содействовать расширению сотрудничества между Центральной Азией и Ассоциацией юго-восточных стран. Динара Жанбатырова, Дулат Интибеков, Марат Диханбаев. При поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана Сингапур.
Авиакомпанию «Казах Эйр» продадут вьетнамскому бизнесу. Об этом в Сингапуре заявил глава Самрок Казына. Это пример сотрудничества через город-государство со странами АСЕАН. Куплю-продажу в рамках приватизации намерены реализовать в течение 5 лет. А еще казахстанцы теперь смогут получить прямой доступ к товарам из Сингапура. «Казпочта» открывает там свое отделение. Новые совместные проекты уже в ближайшие месяцы появятся и в других сферах. В каких именно, расскажем далее. Избалованные сингапурские бизнесмены в этом городе-государстве в прямом смысле все для них. Низкие налоги, безопасная среда и никакой коррупции. Маленькое по территории островное государство уже больше полувека остается одним из самых привлекательных по ведению бизнеса. Однако перенасыщенная Юго-Восточная Азия в поисках новых возможностей. Капитаны бизнеса как сингапурского, так и целого региона АСЕАН буквально вставали в очередь на регистрацию для участия в казахстанском бизнес-форуме. Мы запускаем новый инвестиционный цикл со стратегической целью привлечь 150 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций к 2029 году. Мы хорошо осознаем важность предоставления инвесторам комплексной государственной поддержки и оперативного принятия решений. Для этого мы создали инвестиционный совет с высокими полномочиями, курирующий стратегические инвестиционные проекты. На сегодня активных всего 13 проектов, но судя по планам, а это готовность совместно развивать сектор городского развития, инфраструктуры, экологию, ВИА, таких проектов станет гораздо больше. Хочу сказать, что это работа, которая продолжается уже не первый год, но сегодня мы определенные итоги подвели. Самое главное, что у нас есть тот набор приоритетных инвестиционных проектов, о которых в том числе сегодня говорили на форуме, сегодня говорил глава государства, о тех перспективах и приоритетах, которые идут между нашими бизнесами. Что конкретно они будут строить, сколько денег намерены вкладывать, станет известно уже летом. Сингапурские бизнесмены приедут в Казахстан, чтобы лично ознакомиться с непаханным поле возможностей. Чего не скажешь, например, про местное поле, морское. Потому как именно выгодное географическое положение стало основой сингапурского экономического чуда. Экономика Сингапура буквально лавирует между волнами геополитических штормов, как эти гигантские судна. Посмотрите, сплошные корабли. Город-государство один из лидеров по входящих в него судов и по объему перерабатываемых грузов. Каждые 2 минуты новый лайнер ежегодно. Это тысячи гигантов. Эти гиганты могут принести прибыли в казахстанскую экономику, точнее товары, перевозимые ими. Для этого Казахстан активно расширяет потенциал транскаспийского международного транспортного маршрута. Один из шагов – партнерство между КТЖ и сингапурской компанией PCA International. Данный маршрут способен кардинально изменить уровень евразийского сотрудничества. Это самый короткий и устойчивый маршрут из Центральной и Восточной Азии в Европу. Считаем, что сингапурские компании и финансовые институты могут извлечь значительную выгоду, изучив возможности для бизнеса и инвестиций в этой области. Более того, сегодня на полях форума подписано юридическое соглашение между Казахстаном и Вьетнамом о приватизации компании «Казах Эйр». «Савико Групп» обещает уже в ближайшее время соединить прямым авиасообщением Центральную Азию и АСЕАН. Данная продажа совершается в рамках программы приватизации, в рамках программы уменьшения доли государства в экономике. Вьетнамская сторона на себя берет твердые обязательства по поставке как минимум 20 бортов Airbus либо Boeing в ближайшие 5 лет, как максимум 50 бортов. Соответственно, сумма инвестиций составит более 1 миллиарда долларов США. Правительство Сингапура нам выдало эту лицензию. Мы сегодня официально открылись. Совместно с Почтой Сингапура будем теперь напрямую возить посылки. Это в развитии электронной торговли между странами, в целом региона Азиатского региона с Центральноазиатским регионом. И будем доставлять эти посылки очень быстро, в течение 3 дней. И ждем, конечно же, вот авиасообщения. Эйр Астана, которая будет соединять Сингапур с Казахстаном. Еще одна сфера сотрудничества – сельское хозяйство. В Сингапуре оно практически не развито, все импортное. До недавнего времени завозили даже питьевую воду. С этой проблемой не просто справились. Страна стала одним из ведущих разработчиков установок по опреснению воды. А значит, может помочь нашей стране эффективно использовать водные ресурсы. Большие возможности есть в биотехнологии и медицине. Наш фармацевтический рынок является одним из самых быстро растущих
работающих в регионе. Многие ведущие мировые компании, такие как Pfizer, Roche, Healthcare и Philips, планируют локализовать производство лекарств и медицинского оборудования. Мы приветствуем планы национального холдинга «Байтерек» и компании Fulbright создать инвестиционный фонд для финансирования совместных исследований, а также производства лекарств и биопрепаратов. Впрочем, твердые намерения расширять сегодняшние договоренности не просто в словах и рукопожатиях. Все это закреплено в подписанных меморандумах и соглашениях. 9 коммерческих документов – это новые инвестиции, производство и, как следствие, рабочие места. Динара Жамбатырова, Марат Дихамбаев, Дулат Интибеков. При поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана. Сингапур. Возможности стратегического партнерства между фондом «Самрук-Казына» и сингапурской компанией «Темасек» обсудил Касым-Жомарт Токаев с гендиректором Дилханом Пилеем. По словам президента, это начинание расширит деловые связи. Казахстанская сторона заинтересована в тесном сотрудничестве с «Темасек». Касым-Жомарт Токаев пригласил сингапурскую компанию к участию в реализации совместных инвестпроектов в различных отраслях экономики. В свою очередь, Дилхан Пилей высоко оценил перспективы сотрудничества в области транспорта и логистики. Собеседники также обсудили создание совместного инвестфонда, а также взаимодействие в цифровизации, электронной коммерции и возобновляемой энергии. Сингапурская компания планирует построить в Казахстане завод по производству фосфатных удобрений. Об этом на встрече с президентом сообщил один из руководителей корпорации «Индорама», крупнейшего производителя нефтехимической продукции. Касым-Жомарт Токаев выразил надежду, что компания уже в скором времени сможет реализовать инвестиционный проект по созданию полного цикла производства фосфорных удобрений на базе месторождения фосфорита в Жамбылской области. Компания «Индорама» имеет долгую историю, уже около 50 лет. Компания вообще начиналась с Индонезии. Сегодня головной офис находится в Сингапуре. Присутствует на около 40 разных рынках, то есть странах. Компания лидирует в отрасли именно химических продуктов, выпуск удобрений. В Казахстане тоже компания, кстати, зарегистрирована. Зарегистрирована она в МФЦА уже несколько лет, совершает свои торговые именно операции. Сегодня руководство компании сказали президенту, что готовы рассмотреть возможность строительства завода по производству фосфатных удобрений на территории Республики Казахстан. Будем этот вопрос разрабатывать, рассматривать. Думаю, имеет хороший потенциал данный проект. Президент также встретился с председателем правления «Совеко Групп». Собеседники обсудили перспективы присутствия компании в казахстанской экономике в качестве потенциального инвестора. Вьетнамский конгломерат заинтересован направить инвестиции в логистические склады в Казахстане, так как авиакомпания «Вьетджет Эйр», которая в составе группы «Совеко», постепенно увеличивает грузовые и пассажирские перевозки через территорию нашей страны. Касым-Жомарту Токаеву представили вариант трехстороннего партнерства с участием вьетнамских и сингапурских инвесторов. Проект охватывают различные отрасли, включая авиацию и горнодобывающую промышленность. Президент выразил уверенность в дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества. И еще о международном сотрудничестве. Перспективы создания новых казахско-немецких предприятий, которые смогут взять на себя модернизацию инфраструктуры, складирование и развитие ЖД-перевозок и в конечном итоге увеличить транзитную мощность нашей страны. Пример сегодня обсудил с главой немецкой компании Renus Group. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Отмечается, что Тобиас Барц выразил заинтересованность в создании новых территорий с привлечением казахстанских компаний для увеличения терминальных мощностей. Это позволит соединить цепочку поставок Европы с Центральной Азией. Ужас Бектенов, в свою очередь, подчеркнул готовность к открытой работе с инвесторами для полного раскрытия транспортно-логистического и транзитного потенциала Казахстана. Двухлетний мораторий на уступку долгов казахстанцев коллекторам вводят в стране. Сегодня депутаты Сената рассмотрели поправки в законодательство для минимизации рисков при кредитовании и защите заемщиков. В частности, предусмотрен запрет на предоставление кредитов гражданам при наличии у них просрочки свыше 90 дней. Кроме того, банкам предлагается запретить выдачу займов без согласия супруги или супруга. На 60 дней предложено увеличить отсрочку по погашению на период прохождения срочной воинской
медицинской службы. Цель этой поправки – дать время уволенному в запас военнослужащему найти работу и начать зарабатывать. Депутаты также предложили отменить особый вид микрокредита сроком до 45 дней с суммой до 50 МРП, что составляет 184 тысячи 600 тенге. В целом, по данным Нацбанка, за последние два года число неработающих займов с просрочкой свыше 90 дней выросло до 76%. Их сумма сегодня составляет 622 миллиарда тенге. Во втором чтении сенаторы одобрили 35 поправок. По некоторым правкам законопроекта решили вернуть на доработку в Мажилис. Потребительское кредитование растет у нас сейчас темпами 2,4%. Кредитование бизнеса где-то 0,8%. Растут просроченные потребительские кредиты. Здесь темпы тоже достаточно тревожные. И с начала года просроченные потребительские кредиты только в этом году выросли на 11% и составили 370 миллиардов тенге. Потребительский займ без залогов, я имею в виду, если для банков он будет уровень около 8 миллионов, для микрофинансовых организаций 4 миллиона. Устанавливается порог, когда нужно будет по беззалоговому кредиту, когда нужно будет согласие супруга или супруги, свыше 1000 расчетного показателя МРП, это 3 миллиона 700 тысяч на сегодня. И в продолжение темы. Почти 90% работающих казахстанцев задолжали финансовым организациям. Речь о кредитах и покупках в рассрочку. По 5 миллионам займов уже образовалась просрочка, а долг превысил 2 триллиона тенге. Депутаты предложили решение проблемы закредитованности населения. Одно из них – сервис «Стоп-кредит». Сервис уже работает. Подробности расскажет Ботагоз Базарбаева. 22-летний сержант Нарешев увлекается мобилографией. Обучающие курсы и новая техника стоят немалых средств. Приходится обращаться к кредиторам, рассказывает житель столицы. Я беру кредиты, без них невозможно. Бывают ситуации, когда срочно нужны деньги. Тогда оформляю микрозайм. Не хочется занимать у кого-то. Сейчас я расплатился, поставил стоп-кредит. Хочу немного накопить. На сервис «Стоп-кредит» с помощью цифровой подписи можно подписаться на портале ЕГОВ. Это добровольный отказ от оформления кредитов и микрозаймов на полгода. Услугой уже воспользовались почти 400 тысяч казахстанцев. Причем больше половины из них на сервис подписались только за последние 4 месяца. 55% пользователей – женщины. Так как спрос есть большой, то обязательно в ближайшее время будут внедряться новые сроки, допустим, там бессрочно, либо там на год, либо там 2-3 года и так далее. Вот. Вообще сервис сам по себе бесплатный, но, возможно, будут какие-то доп. Услуги, которые можно в рамках данного сервиса получить, ну, допустим, там уведомления получать, да, там, там какие-то любые изменения происходят в кредитной истории, получить об этом уведомление там, и так далее. Возможно, они будут за дополнительную плату. Услуга больше работает как защита от мошенников, отмечают в первом кредитном бюро, поскольку сам заявитель может в любое время снять запрет и оформить кредит. Между тем, объем неработающих займов в банковском секторе за два года вырос почти вдвое. Сегодня он превысил 600 миллиардов тенге, отмечает депутат Ерлан Стамбеков. Мажилисмены предлагают ряд норм по ужесточению правил кредитования. Ужесточаются нормы, связанные с физической идентификации человека, так называемый антифрод-центр, который создается на базе Национального банка. Но все это, к сожалению, меры, которые опаздывают за тем, что сегодня делают мошенники. То же самое касается получения кредитов с помощью онлайн. И вы знаете, мы готовим сейчас поправки в законопроект о том, чтобы онлайн-кредитование свести размеры сумм к минимуму, который в случае, даже если, не дай бог, произошли мошеннические действия, тем не менее человек может рассчитаться. Еще одно предложение парламентариев – снизить коэффициент долговой нагрузки. К примеру, платеж по займу не должен превышать 50% от дохода. А еще ввести солидарную ответственность банка и заемщика за проблемный кредит. Ботагоз Базарбаева, Диаско Вламбаев, 24KZ. Другим темам. В Петропавловске приступает к работе студенческий строительный отряд. 80 человек, собранных молодежным крылом партии АУЛ, займутся устранением последствий паводков. Их ждут на площадке в микрорайоне Солнечный-2, где строят 500 новых домов для оставшихся без жилья горожан. В
80 юных североказахстанцев посвятят свое каникулярное время помощи пострадавшим от паводка. Студенты отправляются на строительную площадку в микрорайон «Солнечный-2». На сегодняшний день достигнута договоренность, что за этот летний трудовой семестр наши бойцы заработают порядка 450-500 тысяч тенге. Я считаю, это хороший довес к студенческому бюджету. Молодые люди начнут работать на стройплощадке, где возводят сотни новых частных домов. А уже к концу июня сдадут первую партию жилых объектов. Пошел спецотряды, потому что многие люди пострадали от паводков. Я решил помочь. Мы с моей группой пошли помогать строить новые дома. Мы набираемся опыта, учимся возводить дома. Среди стройотрядовцев не только будущие строители, которые за летний период получат бесценный опыт в застройке частного сектора, но и студенты других специальностей, которые с начала половодья помогали пострадавшим. Во время оказания гуманитарной помощи познакомились с очень многими семьями, которые, конечно же, нуждаются в жилье. Здесь мы будем до конца стройки, это примерно до конца лета. Возродили молодежные студенческие отряды в Казахстане спустя 33 года. Их формирование сейчас проходит и в других пострадавших от паводка регионах. Наталья Волкова, Коныш Казбеков, Петропавловск, 24KZ. В Западно-Казахстанской области в прошлом году на ремонт и модернизацию теплоэнергетической отрасли выделили 12 миллиардов тенге. Реконструкция охватила практически все инженерные сети областного центра. В результате в городской системе теплоснабжения Уральска прошедшей зимой не было зафиксировано ни одного сбоя. Тем временем коммунальные предприятия уже приступили к подготовке к предстоящему отопительному сезону. Подробности в следующем материале. В Уральске изношена как минимум половина тепловых сетей. Чтобы город зимой не замерз, на их ремонт в этом году направят почти 4 миллиарда тенге. Модернизация тепломагистрали номер 5, которая подает тепловую энергию в микрорайоны с населением 70 тысяч человек, идет полным ходом. Коммунальные сети приведут в порядок. Кардинальные изменения в этой сфере пообещал глава региона. В городе имеется 250 километров тепловых сетей. На тепломагистрали номер 5 мы заменим 3,2 километра по новейшей технологии. Поскольку отопительный сезон у нас начинается 15 октября, поручил завершить все необходимые работы до 1 сентября. Помимо ремонта городских теплотрасс в областном центре запланировали и другие работы в рамках инвестиционной программы предприятия «ЖАИК Теплоэнерго». В этом году в фокусе внимания реконструкция теплоэлектроцентрали. Изношенный котел на ТЭЦ заменят современным турбоагрегатом. Износ основных оборудований составляет 87,8%. В этом году запланировали ремонт двух энергетических котлов. После 15 апреля сразу же приступили к ремонту. Ведется ремонт вспомогательного оборудования. Также в этом году запланировали ремонт питачи. Для реконструкции инженерной инфраструктуры региона разработали 23 проекта общей стоимостью более 62 миллиардов тенге. Канат Умаров, Ерденбек Жалкайдарулы, Булат Жаралгасов, Уральск, 24KZ. Продолжаем выпуск. Теперь о событиях в мире. Премьер-министр Великобритании назначил дату новых парламентских выборов. Они состоятся 4 июля. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Новую Каледонию на фоне самых масштабных беспорядков в этом французском заморском владении. Новый штамм коронавируса, флирт, обнаружили в России. Подробнее далее в нашем международном обзоре. Всеобщие выборы в парламент Великобритании состоятся 4 июля. Дату объявил премьер-министр Риши Сунак. Новый парламент в стране избирают раз в 5 лет. Премьер призвал граждан не ставить под угрозу экономическую стабильность и вновь поддержать его партию консерваторов Тори. Однако данные соцопросов в стране показывают, что растет популярность лейбористов. Они могут одержать победу после 14 лет пребывания в оппозиции. Победу одержит партия, чьи кандидаты получат минимум 326 мест в нижней палате парламента. Действующий кабмин будет распущен 30 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Новую Каледонию на фоне массовых беспорядков. Протесты на острове вспыхнули 13 мая после одобрения реформы, которая предоставляет избирательные права не только тем, кто родился на архипелаге, но и проживающим там не менее 10 лет. Коренное население, сторонники независимости, считают, что это даст политикам из материковой Франции преимущество на местных выборах за счет голосов французов, которые изначально не жили в Новой Каледонии. Глава Пятой Республики обсудит восстановление экономики архипелага, а также предоставление необходимых мер поддержки населению. На острове будет создана комиссия для налаживания диалога между сторонами.
Защитники климата объявили голодовку в Германии. Экоактивисты разбили свой лагерь в правительственном квартале напротив Министерства экономики и защиты климата в Берлине. Они требуют сократить количество выбросов и следовать Парижскому соглашению, уделяя больше внимания вопросам экологии. Один из протестующих голодает еще с марта. По его словам, он не ел твердую пищу более 70 дней. Остальные участники не едят на протяжении 3 недель. В их рационе только легкая пища, йогурты, смузи и вода. Возле лагеря дежурят спасатели. Неделю назад одного из активистов госпитализировали. Борцы за экологию намерены продолжать голодовку до тех пор, пока с ними не свяжется правительство. Новый штамм коронавируса ФЛИРТ выявили в России. Как уточнили в Роспотребнадзоре, это еще один подвид омикрона. Он отличается большей адаптацией к иммунитету, сообщают эксперты. Врачи выявили уже 178 случаев заражения новым штаммом. Симптомы почти ничем не отличаются от омикрона. К ним относят кашель и боль в горле, а также потерю вкуса и обоняния. ФЛИРТ сейчас также активно распространяется в США, Израиле и Европе. Название ученые составили, исходя из научных обозначений мутаций, которые произошли в новом подвиде. Сразу 18 торнадо прошлись по американскому штату Айова. Погибли 5 человек, больше 30 получили ранения. Ветер повредил линии электропередачи и ветряные турбины, которые вырабатывали более 60% электроэнергии региона. Тысячи абонентов остаются без света. Один из смерчей прошелся по городу Гринфилд с населением 2000 человек, повредив дома, объекты бизнеса и местную окружную больницу. Пациентов перевели в стационары близлежащих населенных пунктов. Эксперты отмечают, с начала года в США зафиксировали 800 торнадо, что делает 2024 одним из самых активных в истории. Превратить кофе в бетон. Австралийские ученые нашли способ переработки биологических отходов в строительное сырье. К примеру, кофейную гущу нагревают в бескислородной камере. В результате получается биоуголь. Материал может заменить более 10 и 15% цемента и песка, делая при этом бетонные смеси на 30% прочнее. Технология применима и к другим видам биологических отходов, отмечают эксперты. По их словам, производство биоугля позволит перевести до 70% органического мусора со свалки на строительные нужды. Тамерлан Ким, 24 KZ. Вернемся в Казахстан. Больше 180 фактов преднамеренного банкротства выявили в нашей стране за год. Недобросовестные предприниматели задолжали государству многомиллионную сумму. Такие данные озвучили в Комитете госдоходов. Мой коллега Алишер Ашимов детально изучил тему и готов рассказать подробности. Он уже находится с нами в студии. Алишер, привет. Расскажи, почему предприниматели идут на такой шаг? Батагос, добрый вечер. Причины разные, говорят эксперты. Обо всем по порядку в обзоре. Главная цифра. Нежелание платить долги кредиторам – одна из основных причин, по которым компании и предприниматели прибегают к преднамеренному банкротству. В профильном ведомстве отмечают, шутить с такой процедурой не стоит. За это грозит ответственность. Согласно Уголовному кодексу, можно получить штраф в размере до 3000 месячных расчетных показателей, либо лишение свободы до 3 лет. Только с начала года в правоохранительные органы поступило больше 65 материалов. В отношении 11 человек возбудили уголовные дела. Их задолженность перед государством составила свыше 2,5 миллиардов тенге. В целом, если говорить вообще по признакам преднамеренного банкротства, то уполномоченный орган, в данном случае органы госдоходов, они по должникам, в отношении которых применена процедура банкротства, смотрят, проводят анализ финансово-хозяйственной деятельности за предбанкротный, скажем так, период в течение 3 лет. Если выявляются и подтверждаются эти действия неправомерные, то законом о реабилитации банкротства, это вот юрлица и индивидуальных предпринимателей, предусмотрено привлечение к субсидиарной ответственности. Это значит, если основной должник не может исполнить свои обязательства перед кредитором, то последний вправе потребовать субсидиарного должника. В целом, как отмечают в комитете, с начала года в Казахстане статус банкрота получили 3600 человек. Их задолженность перед государством составила больше 9 миллиардов тенге. Таким на сегодня был экономический обзор.
Батагоз, все-таки проблема закредитованности населения одна из актуальных, и хотелось бы узнать ваше мнение, ваш совет, может быть, казахстанцам, что делать, чтобы избежать такую вот ситуацию. Ой, боюсь, я не смогу дать никакой совет. Здесь уже каждый, конечно, волен выбирать сам. Я просто против, когда берут кредиты на телефоны, к примеру. А так, наверное, население вынуждено это делать. Спасибо большое. Напомню, новости экономики представил мой коллега Алишер Ашимов. Это прайм-тайм. Напомню, главную тему сегодняшнего дня – это визит президента в Сингапур. Глава государства также сегодня провел встречу по вопросам реализации проекта «Алатау-Сити». Его считают флагманским не только для Алматинской области, но и для всей страны и Центральноазиатского региона. Как отметил глава государства, в ходе встречи с зарубежными компаниями будущее мегаполис близ Алматы рассматривают именно в стиле Сингапура. Город может стать ведущим международным деловым хабом, соответствующим мировым стандартам. При разработке проекта акцент сделали на инновационном строительстве, IT, зеленой экономике и инклюзии, а также продуманной инфраструктуре. Разработкой комплексного мастер-плана «Алатау-Сити» площадью в 96,5 тысяч квадратных метров занималась сингапурская компания «Сурбана», представителей которой президент поблагодарил лично. История казахстанско-сингапурских отношений насчитывает уже больше 30 лет. Дипломатические связи страны установили в 1993 году, по данным Министерства иностранных дел Казахстана. В прошлом году объем двусторонней торговли составил 1,6 миллиарда долларов. Экспорт – около 1,5 миллиардов, импорт – около 75 миллионов долларов. Идут в нашу страну и сингапурские инвестиции. Их общий объем превысил 1,7 миллиарда долларов. В Казахстане сегодня работают больше 140 сингапурских компаний и совместных предприятий. 30 из них являются резидентами МФЦА. Сотрудничают страны в целом также в культурно-гуманитарной, энергетической сферах, в переработке критически важного сырья, развитии инфраструктуры, цифровой экономики, финтехе, агротехнологиях, логистике, связи и образовании. Тему детальнее предлагаю обсудить с экспертами. К нам присоединился Валихан Бахридинов, политолог. И по Зуму к нам еще присоединяется Диана Аблякимова, зарубежный представитель нацкомпании «Казах Инвест» в Сингапуре. Диана? Диана, вы с нами? Вечер. Добрый вечер. Сегодня в Сингапуре был подписан ряд документов, обсудим некоторые из них. Предлагаю в части сотрудничества в развитии города Алатау, в части поставки редких металлов и разработки месторождений, ну и, конечно, образовательные программы. Давайте начнем с Алатау. Сейчас, честно говоря, Алатау далек от звания точки привлечения мировых инвестиций, но мы надеемся, что он таковым станет, должен таковым стать. Автором концепции выступила сингапурская компания. Как сейчас может измениться наше сотрудничество? Я к тому, что может ли Сингапур стать не только консультантом, но и инвестором? Диана, давайте с вас начнем. Давайте, наверное, я в целом сначала расскажу о сотрудничестве между Казахстаном и Сингапуром, как исторически складывалось. Сейчас действительно, скажем так, у Сингапура повышенный интерес в целом к региону Центральной Азии и в том числе Казахстан, потому что Казахстан является ключевым партнером Сингапура в регионе. Но в свою очередь и Сингапур является крупнейшим партнером Казахстана в регионе Юго-Восточной Азии. На сегодняшний день 162 компании с участием сингапурского капитала уже работают в Казахстане. И за последние 10 лет объем прямых иностранных инвестиций Сингапура составил 1,7 миллиардов долларов США. Основные сферы сотрудничества – это нефтегазовая сфера, строительство, инфраструктура. Также мы на сегодня в Казахинвесте совместно с Министерством иностранных дел, совместно с посольством Республики Казахстан ведем работу по привлечению сингапурских компаний в Казахстан. У нас 13 проектов сейчас прорабатываются на общую сумму 632 миллиона долларов США. На сегодняшний день
такие крупные компании, как International Cement Group, Quest Ventures, компания TikTok, которая релоцировала свой офис и сотрудников из Москвы в Алмату, также сейчас работает в Казахстане. Вот. И кроме того, существует большой потенциал, который должен быть реализован в ближайшее время. Ну, потенциал вот. Понятно. Диана, а вот именно в части Алатау, что может измениться? Ну, стоит отметить, что сингапурская сторона уже реализовала подобные проекты в Китае, и такая специальная экономическая зона в Китае уже как бы показала очень большую активность, то есть большие инвестиции были привлечены, большие проекты построены. И, в принципе, если получится у Казахстана такой же опыт перенять, то это будет как бы новой, знаете, вехой в инвестиционном сотрудничестве между Казахстаном. Что думаете, получится? Я думаю, да, потому что есть поддержка. Да, можно я это скажу? Есть поддержка на самом высоком уровне. Президент подписал указ о создании СС Алатау. И, в принципе, вот у нас сегодня прошел форум в Сингапуре, и сингапурские компании заинтересованы. Ну, человек вещает из Сингапура, ему виднее. Но я могу сказать концептуально, конечно, Казахстан, мне кажется, урбанисты не дадут соврать, что Казахстан обратился по нужному адресу. Сингапур, я сам неоднократно был в Сингапуре. Сингапур, он достаточно оцифрованный город, это город-государство с населением в 5 миллионов человек. Поэтому с точки зрения реализации таких масштабных проектов, это, конечно, верное решение, что... Ну почему мы их выбрали, это понятно. Да, да. Я имею в виду сейчас, может ли как-то это сотрудничество поменяться, или они только так и останутся исключительно консультантами? Все будет зависеть от того, что мы сможем предложить. Конечно, Алатау, пока об Алатау говорить как о полноценном удавшемся проекте на земле еще рано, но говоря о планах и потенциале, конечно, я вот изучал план G4 City, который был прародителем проекта Алатау, города Алатау, спутника Алматы. Конечно, он нужен, и если получится городу новому перетянуть на себя часть алматинской урбанизации, то в целом, мне кажется, сингапурцы могут найти точки какие-то соприкосновения, интересов. И, конечно, у Сингапура есть финансы. У него в Сингапуре сосредоточены два крупнейших хедж-фонда в Азии. Это Тимасек и еще один. Они оба национальные. И я думаю, что не зря представитель правления Самрук Казна сегодня тоже в Сингапуре. Также там представлен наш IFC, Astana International Finance Center. Да? То есть в целом засечки такие, скажем так, по Плотницкому есть. Но все будет зависеть, опять же, от среднего звена. Как смогут привлечь инвестиции, на каких, ну как бы, аргументах смогут сделать упор наш новый аким в городе Алатау. Поэтому все будет зависеть, конечно, и от людей на местах. Сегодня президент еще сообщил о готовности Казахстана обеспечить поставки в Сингапур критически важного сырья и природных ресурсов. Говорил о 5000 неразведанных месторождений. Как вы оцениваете перспективы привлечь Сингапур? И я пытаюсь понять, насколько у них вообще развита культура освоения месторождений в других странах. То есть, ну, там нет таких компаний, как, я не знаю, Shell, Chevron. Да, ну, вообще, честно говоря, наше понимание о Сингапуре достаточно узко. Я вот сам, мне посчастливилось быть на Industrial Park, индустриальном парке Сингапура. Он называется Jurong Industrial Park, огромный. То есть мы думаем, что Сингапур это только город, Marina Bay, небоскребы, но на самом деле там есть огромный индустриальный потенциал, который Казахстан может, во-первых, перенять часть, во-вторых, конечно, они нуждаются в ресурсах, сейчас все нуждаются в ресурсах, особенно в Юго-Восточной Азии, поэтому я думаю, что Казахстан со своим потенциалом, он очень интересен. Опять же, президент заявил об этих месторождениях, но их еще нужно, опять же, на местах исследовать. То есть я, честно говоря, не видел с точки зрения геологических документов каких-то конкретных вещей, но я думаю, что сингапурские компании могут найти, опять же, здесь то, что они ищут, потому что Сингапур достаточно диверсифицирован, у него экономика в разных сферах, в том числе и в финансовом центре, хабе, а с точки зрения индустрии, то есть, например, в Сингапуре есть
примеру, завод по производству части двигателя Rolls-Royce. Кто знал? Но он есть в Сингапуре. И Сингапур является, он, кстати, очень сильно вовлечен в глобальную сеть поставок и индустриального развития. Поэтому у Сингапура есть технологии. Если они придут к нам, на наше месторождение, будут создавать добавочную стоимость, то, конечно, это только приветствуется. И мы будем достаточно удачны, потому что за Сингапур на самом деле борются. Потому что накоплены огромные финансовые ресурсы, есть достаточно серьезная технологическая база. Сингапур долгое время являлся, он и сейчас является азиатским тигром, который был и остается опорой США, опорой технологического присутствия в Юго-Восточной Азии. Поэтому Сингапур имеет все заделы на то, чтобы стать нашим партнером, то есть продолжить Диана. Дело. Что скажете, какое-то было обсуждение уже более детальное по этому вопросу? Ну, вообще тоже в целом хотела бы добавить, что да, на сегодня Сингапур инвестируют в Индонезию, в Малайзию именно по части добычи ресурсов. И, конечно, как бы диверсифицировать свой, скажем так, портфель инвестиций сингапурским компаниям было бы интересно. Поэтому мы сейчас ведем переговоры по геологоразведке на территории Казахстана с сингапурскими компаниями, в том числе литий, никель и так далее. Как вы знаете, например, что в Сингапуре есть производство электромобилей, да, например, Hyundai Innovation Center здесь есть, также полупроводников и так далее. И Сингапур, будучи страной, как уже было отмечено, в которой нет ресурсов, они действительно нуждаются в наших raw materials, да, и также они проявляют заинтересованность в сфере того, что у нас очень много земли, и было бы интересно свой опыт привнести, наши ресурсы совместить с их опытом инноваций. Я хотел бы добавить, вот когда я был в Сингапуре, был такой момент, уже заключительная часть, неформальная беседа с сингапурскими коллегами, и они очень часто подчеркивают этот момент, они говорят, если бы у нас был такой задел ресурсов, как у Казахстана, такая земля, то мы бы еще больше развились, потому что Сингапур, на самом деле, он очень маленький, 44 километра в ширину, 20 в длину, то есть это, ну, такая очень маленькая земля, но с очень талантливыми людьми. Ну, это не говорит о готовности прийти и разрабатывать месторождение. А почему? Как бы на самом деле есть у них готовность, потому что Сингапур сейчас ищет страны с высоким индексом человеческого развития для того, чтобы среди местных кадров среди местного населения готовить кадры для своих индустриальных проектов. Поэтому почему нет? Сегодня президент сказал, Сингапур славится своими передовыми установками по получению энергии путем сжигания отходов и инновационными технологиями управления отходами. Мы весьма заинтересованы в таких инновационных подходах. И предложил развивать сотрудничество в этой области. В этой части каковы ваши прогнозы? Нам по карману их технологии? Ну, во-первых, я думаю, что они тоже будут заинтересованы в каких-то проектах, потому что не то, что по карману, сингапурцы очень умные инвесторы, они не проводят такой дикий, не живут в диком капитализме, они знают, сколько они получат, не строят воздушных замков, поэтому с точки зрения инвестиций сингапурцы подходят очень продумано к своим вложениям. А с точки зрения технологий, у них технологии достаточно недорогие, потому что, ну, сами понимаете, они оттачивали этот технологический ресурс очень долго. То есть на протяжении последних практически 40 лет, и начиная с Ликуан-Ю, у них, например, очень серьезные прорывные технологии по очистке воды, по опреснению океана, соленой воды, то, что нам необходимо. Также у них хорошие технологии по сбережению ресурсов. Нет, с ними все понятно. Да. Я имею в виду, как мы можем это сотрудничество наладить. То, что они супер, никто не говорит ничего. Да, но мне кажется, если наше правительство будет готово, и сингапурцы сами по себе готовы,
чтобы вы понимали, инвестировать в свои ресурсы, потому что у них, я говорю, за время пандемии еще сейчас накопили достаточно большие ресурсы. Тем более Восточная Азия сейчас претерпевает определенные геополитические передряги, особенно в Южном Китайском море. Поэтому Китай старается диверсифицировать свои финансы, не кладя все яйца в одну корзину. Поэтому они ищут... Это понятно. Последний вопрос, если можно, очень коротко, но я не могу его не задать. Сегодня достигнуты договоренности в плане обмена студентами. Я представляю студентов, казахстанцев, которые хотят получить сингапурское образование. Не очень представляю, кто из Сингапура захочет к нам приехать за нашим дипломом. Как возможно это сотрудничество? То есть это гранты от Сингапура для нас или это какая-то скидка за обучение? Знаете, зря. Вот я, например, знаю в Назарбаев университете высшая школа госполитики, она совместная со школой Ли Куан Ю, государственная школа, тоже высшая школа госполитики. И там есть два студента из Сингапура, учащихся в Назарбаев университете. Поэтому, учитывая не такое большое количество населения... Два человека — это не показатель. Ну, он есть, это главное, что есть эта цифра. А с точки зрения грантов, конечно, у Сингапура достаточно серьезная сетка грантов в самих университетах. Я не знаю насчет правительственных грантов, возможно, для Казахстана будет исключение, но там очень много малазийских студентов учатся, поэтому в самом Сингапуре для иностранных граждан есть какая-то квота. Поэтому Сингапур... То есть, наверное, это все-таки будет в формате квоты, и для Казахстана ее увеличат? Нет, скорее всего, это будут университетские гранты самих университетов. Диана? Еще побольше, но я уверена, что сингапурцам тоже будет интересно Казахстан как бы исследовать, потому что, например, я здесь встречаю людей, которые никогда не были в том регионе, никогда не видели снег, и, в принципе, я думаю, было бы интересно тоже. Мы же не о туризме, Диана. Приедут ли они по обмену студентов? То есть это неравномерный обмен просто будет, я об этом. Я бы хотел добавить, у нас есть хорошие специальности там, по русистике, по изучению там, стран Центральной Азии, опять же, бывшего постсоветского пространства, который очень интересен. По определенным обстоятельствам сингапурцы не могут поехать в те страны изучать. Даже вот язык, на котором мы говорим, для них тоже интересен русский язык, к примеру. Да, понятно. Хорошо, спасибо большое за интересную беседу. Напомню, у нас в студии был Валихан Бахридинов, политолог, и по Zoom к нам присоединилась Диана Абрякимова, зарубежный представитель нацкомпании «Казах Инвест». Спасибо еще раз большое. Ну а к этому часу у нас все. Больше новостей на нашем официальном сайте 24.kz. Всего доброго.